Отдел религиозного образования и катехизации Рыбинской епархии организует ежегодный конкурс для педагогов, детей и молодежи «Больше смысла». Инициатива проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения и педагогов к духовно-нравственным вопросам. В конкурсе представлен широкий круг тем: подлинные и ложные ценности, человек перед Богом, кого я считаю героем, что такое счастье, святые нашей земли, семья, труд и счастье, Александр Невский, политик, воин, святой, и другие. Конкурс состоит из нескольких номинаций. Для педагогов – это методическая разработка. Для детей и молодежи – рисунок, эссе, видеоролик, авторские стихи. Требования к конкурсным работам предоставлены в положении. Его вы найдете на сайте епархии. Заявки и работы принимаются до 15 января 2022 года на электронную почту riporo@yandex.ru.